Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Castle Storm. У нас компания Горный Проход. Через огонь и пещеры. Ну что ж, давайте смотреть. Так, подготовка к битве. Сила камня. Разрушите замок или захватите флаг. Сделайте големов бойцами дня. Ага. Зайдем в снарягу и посмотрим, ребята, взят ли у нас с вами голем. Взят, улучшить могу. Пожалуй-ка мы это и сделаем сразу же. Так, у нас денег с вами 2755. Маловато будет деньжат-то, кстати. Так, лучники не могу. Могу улучшить паладинов. Грифонов тоже не могу. Хорошо, давай паладинов, наверное, улучшим тогда. Ну что, ребят, готовы? Поехали! В бой! Значит, либо флаг, либо разрушить просто-напросто замок. А, это как раз, когда мы с вами уничтожили голема, да? Именно этот проход. Точно. Фух, мы с вами отправляемся, я так понимаю, именно туда. Хм, Руфус стоит. Что-то там гадает. Итак, это потайной проход. Ага. Да, он ведет границы страны викингов. И если мы не остановим их здесь, они унесут самоцвет в свои края. Смотри, они построили башню на той стороне пещеры. Вау, точно. Отсюда нам в нее не попасть. Значит, придется положиться на наши войска. Захватив флаг, мы нанесем по их боевому духу удар сильнее, чем разрушив башню. Особенно в этой ситуации. Отличная мысль. Солдаты, тот, кто принесет нам вражеский флаг, получит неделю увольнительной. Ура! Очередное самоубийственное задание. Так, разрушите замок или захватите флаг. Ну, замок, как понимаете, я не могу, да? Бомбить. Лучники, кстати, здесь, по-моему, тоже будут бесполезны, потому что они будут стрелять. Они только лишь по юнитам смогут. Хорошо, друзья, значит, наша основная задача — отбиваться от вражеских войск. Да? Коих будет здесь очень много. Ну и, конечно же, нам нужно будет выстраивать юнитов. Ну, здесь у нас есть големы. Надеюсь, он их захватывать не будет. Охламонище этот несчастный. А он ведь может. И мне кажется, он и будет это делать. А ну-ка, дай-ка я вот так сделаю. Шикарно, а если я еще валунчиков туда закину? Будет знать паршивец. Так, друзья, а грифон, наверное, тут тоже бесполезен, да? Так, погоди, грифон летает. Ага. Но, по большому счету, он действительно бесполезен. Грустно это осознавать. А значит, нам нужно вызывать големов. Големы, я думаю, самое то. А ну-ка. Давай проверим, как это все будет. Он медленный, да. Юнит медленный. С этим ничего не поделаешь. Но, тем не менее, другого варианта у нас с вами нету. Мы можем с вами... Давай птичку. Вот так, посмотрим, как она точечные удары будет наносить. Нормуль. Слушай, ну это будет действительно проблема для нас. Захватить, как говорится, мало того, что захватить, нам нужно пробить для начала ворота. А он все-таки пытается в нас бросаться вот этим всяким хламом. Ладно, давай вызывать, как говорится, Смотри, что делает, а? Ему как-то, мне кажется, удобнее стрелять. Потому что мне приходится вверх бомбить, а ему просто вниз. Так, големчик, давай. Наказывай их, я посмотрю, ребят, как это выглядит все в приближенном виде. Видишь, он пытается бомбить, друзья, да, по мне. Но ничего у него не получается. Голем, давай. Дыч, просто давит всех. Ну, так-то, конечно. Слушай, а может быть мне... Господи, подбил все-таки, а. Ты посмотри. Ладно, вызываем следующего тогда. Можем с вами применить... Давай вот так и сделаем. Худж, нехило. Я тебе скажу, совсем нехило. Сэра Гаррита нужно вызывать. И он тут, друзья, сейчас найдет им шороху. Погнали. Будем бомбить именно им ворота. Так. Давай. Рубим. А он по мне стреляет, смотри. С гарпуна. У меня уже здоровья, видите, мало. Какая-то заморозка там применилась. Смотри, на меня метит. Олух. Давай, ломаем. Правда, у нас сэр Гаррит очень мало времени будет находиться на поле боя. Ну. Ай-яй-яй, жаль. Так, големчик идет потихонечку, друзья.
А если я поп... Навесиком тоже бесполезно, да, по-моему, будет? Ну-ка, попробуем бросить. Да нет, в принципе, друзья, навесиком очень даже неплохо, смотрите. Ой, а вот тут, нет, тут почему-то не попали. Так, вот это вот я захвачу себе. Разворачивайся, родная, тебе пора домой. Ха-ха-ха. Еще вызовем одного голема. Нам нужно пробить вот эти вот ворота. В первую очередь ворота, да? И потом просто унести флаг. Это, естественно, не так все будет легко и просто. Ты смотри, что он сделал, а? Он голема превратил в какую-то индюшку. Этот олух. Мы можем с вами вот так попробовать сделать. Бесполезно, да? Так, яблочко. Запульнем. Пускай наносит повреждения. Вот так. Еще камни запульнем сюда. Прикольно. Так, а он, смотрите, а почему голем мой не смог подбить вот этого волчару? Кто мне скажет? Почему у него не вышло? Ну, у него не вышло, так выйдет у нас. Давай следующего голема вызовем. А где у меня... Друзья, я знаете, чего не взял? По-моему, я не взял духа хранителя себе. Как всегда, я прапать его прапал, а взять не взял. Давай бросим камни. Вот так. Одно здание мы ему какое-то разрушили. Давай еще яблоко пульнем туда. Ну? Отлично. Что я тебе могу сказать по этому поводу? Все очень даже хорошо получается. Давай следующего голема вызовем. Он, друзья мои, когда отвлекается на големов, это нам все идет на руку. И у нас в этот момент откатываются камни, которые мы также с вами запуливаем. Дыч. Так, скоро мы ему, по-моему, потолок пробьем. И минус еще одно здание будет, да ведь? Ай, красота какая. Ну, естественно, с вами... Ага, он не уничтожил какую-то постройку, друзья мои. Ёлки ты палки. Вот это нехорошо. Смотрите, у меня аж два голема здесь идет. Вау, так мы уже ему ворота снесли. Все, наша основная задача теперь похитить этот флаг. Но я так понимаю, не все так просто это будет, да? Смотри, что делает, а? Бомбит меня всеми видами оружия. Блин. Сейчас вернут, по-моему, флаг. Да, так оно и есть, они вернут себе флаг. Что мы можем с вами сделать? Я знаю. Ты чё, припух, что ли, парень? Совсем нюх потерял, я смотрю, а? Давай-давай, кромсаем их тут всех. Жалко, что сэр Гаррит не может взять вот этот флаг и утащить его. Очень жаль. Так бы я сейчас его получил бы и побежал бы. Голем, давай, родной, я тебя попробую прикрыть здесь. Ну, у нас время быстрее кончится. А он, смотри, что делает он. Заморозкой в голема в бедного пуляется. Короче, здоровья у голема у этого не осталось. Так, хорошо, давай-ка мы что-нибудь с вами уничтожим ему. Попытаемся, да? Разрушаем. Так, еще яблоко запульнем. Значит так, нам надо вызвать голема и, по идее, конников. Почему конников? Чтобы они... могли быстрее схватить этот флаг и утащить. Потому что у них очень довольно быстрая скорость. Хорошо. Очень хорошо, я тебе скажу. Так, давай, конник, выходи. А мы пока будем бомбить его замок. Чтобы он просто не расслаблялся. Отлично. Так, яблоко. Яблоко, конечно, хотелось бы немножко вот подальше, друзья мои. Мы... бросаем с вами в бесполезную ерунду. Ну, посмотри, что делает, а. Посмотри, сэр Гаррит у меня на откате? Или нет? На откате. Друзья, давайте поможем нашему голему. Ты посмотри, опять в индейку превратил, а. Совсем образил. Жалко, индейка, конечно, тоже не может взять флаг, да, и утащить. Там еще у нас один голем на подходе. Может быть, он успеет взять. Но он медленный, пока он дойдет. Да, он очень медленный. У нас время сейчас закончится. Викинги не так уж и просты на самом деле. Куда ты? Ай, не успел. Так, давай бросим тогда камни с вами.
нам уничтожить нужно как можно больше зданий ему, чтобы он не смог вызывать дополнительных юнитов себе каких-нибудь. Например, кто у него здесь есть? Вот, наездник на медведе, да? Викинги вот эти вот, у него же две башни. Голем, сейчас тебя, по-моему, тут ушатают, судя по всему. А если мы вот так вот сделаем? Если мы сделаем дополнительную защиту ему и вот так еще. Но они не дают ему выйти. Прикинь, он постоянно уничтожили. Вот толухи, а. Ладно, мстим, друзья мои. Камни. Хорошо, отлично. Так, давай-ка еще, наверное, вот это вот яблочко разрывное бомбанем сюда. Ох, классно. Кстати, вот это вот здание мы можем ему разрушить. И это будет очень круто. Здесь он справится, да? Здесь он справится. Давай еще одного голема вызовем. И лучника. Сэр Гаррит. Давай, прикрываем. Иди отсюда, плешивый. Так, тоже уйди. Не мешай. Не. Ты смотри, почему у него вот эта вот магия, друзья, отнимает очень много здоровья. Блин, опять он превратил в индюшку. Опять он превратил в индюшку моего голема, а? Жулик. Ну, давай постоим, подождем. 8 секунд осталось всего лишь. Ну, где, кто-нибудь выйдет или нет? Бросил в хлам меня, а? Так, все, Гаррет свое отвоевался, да? Ну-ка, 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 а если вот так вот делать? Ага, хорошо. Давай, голем, наяривай там. Наказывай их. Индюшка до сих пор еще жива, бегает. Смотри-ка, сейчас мы, если вот здесь вот немножко подточим, да? Он потеряет вот это здание. Соответственно, он не сможет вызывать юнитов. Ой-ой-ой-ой-ой, он мне уже две постройки уничтожил. Ладно, давай вызовем конников. А если я защиту поставлю на нашего голема? Пускай он идет быстренько, быстренько, быстренько сматывайся, пока ты под... Он взял его в индейку превратил, а? Чепушило-то этот. А я буду дальше продолжать уничтожать. Вот, конники, ребята мои, побежали. Смотри, что сделал, а? Они сейчас будут возвращать флаг. Я не должен этого позволить им. Давай, голем, выходи. Сэр Гаррит, прикрывай. Прикрывай флаг. Ну, кто там быстрее, быстрее, бегите. Лучник, ну хотя бы ты. Нет, он стоит просто, ребята, он... Волчара позорный, пошел отсюда. Викинг тоже. Умри, умри, я тебе говорю. Так, голем, ты идешь или нет? Я же жду. Идет, подходит, друзья мои. Так, волка минус. Ай-яй-яй, время кончается, как не вовремя. Как не вовремя, время кончается, 2 секунды. Так, нужно как-то прикрыть. Нужно как-то прикрыть нашего голема, чтобы его, естественно, не уничтожили. Он сейчас будет пытаться, наверное, что-то бомбить, да? Но мне кажется, у него ничего не получится. Дай-ка я применю. Так, вот сюда поставим, наверное, щит святой, чтобы ничего не пролетело мимо. Хе-хей, видишь, что он делает? Вот для этого, в принципе, и был предназначен щит. Валун. Бамс. Слабенько, честно говоря. По-моему, ребята, да. Вот так, мы с вами отнесли флаг. Фух, победа. Смотри, почти фул звезды. Неплохо. Отлично, друзья мои. Так, нам еще начисляют бабосики. И мы продолжаем с вами играть. Причем боец дня у нас действительно стал голем. Так, начать следующий бой, я так понимаю. Сколько у нас денег? 7233 монетки. Давай-ка мы зайдем в снарягу и немножечко с вами улучшим камушки. Почему камушки? Потому что они наносят довольно неплохой урон. Я думаю, вы со мной здесь согласитесь. И больше мы ничего не сможем, да, улучшить? Вот, ангел-хранителя. Почему? Вот, теперь я его взял. Я его забыл просто выставить. Угу. Ну что, тогда мы с вами приступаем к следующему бою. Так, уничтожьте замок врага через холмы. Ага, тут уже уничтожить, то есть флага здесь не будет, да? Тогда приступаем, наверное, с чего? Сейчас у нас откатятся камни, да? Валуны, и мы будем с вами бомбить.
Так, это у нас как бы получается, друзья, повтор миссии, да, вот этой вот. Ну-ка, птичка, накажи этого волчару позорного. И будем с вами также стрелять, как и делали до этого. Так, а у него здесь уже будет тролль. Видите, да, здание с троллем есть. Поэтому в наших интересах как можно быстрее все это уничтожить. Голем, давай, выходи. Потому что здесь уж больно большая армия идет на нас. Сейчас мы, как говорится, немножко подзачистим. Ах, красавец, лукарь, красавец. Ничего не могу сказать против. Чего он там? Ты посмотри, что он делает. Так, друзья, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Всех тут уничтожим. Раз он уничтожает мой замок, естественно, нам нужно его уничтожать, замок. Так, сейчас вот это здание мы уничтожили. То есть тролля он уже не сможет вызывать. Поехали дальше. Хорошо, как рушится, прям красивенько. Давай еще вызову одного голема. И защиту вот сюда поставим с вами. Вот так вот это все будет у нас примерно выглядеть. Защиту поставим святую. И продолжаем дальше валунами атаковать. Вот здесь, если мы с вами разрушим стену, один из этажей упадет. Давай посмотрим. Давай. Ох, хорошо как. Ну что вы там, викинги, все? Получили свое? Это только начало. Я еще не вызвал сэра Гаррита, который вас тут моментально накажет. Что-то он вообще ничего не может сделать. Вообще ничего не может сделать. Ладно, пока это наш шанс. Начинаем атаковать. Слушай, я думаю, что мы с вами, наверное, знаете, что сделаем? Уберем вот этого вот орла и поставим что-нибудь другое. Почему убрать нам нужно орла? Потому что мы им практически не пользуемся. Он в плане разрушения, по-моему, вообще слабак. Ну да, даже не может пролететь. Так, флага, как мы видим, нету. Значит, остается действительно просто уничтожать ему замок. Давайте приступим к добиванию, так скажем, да? Ну, как он там... Как у него, друзья, этот замок держится на соплях? Я даже не знаю. А самое интересное, что я не знаю, как... Что такое? Дополнительная цель провалена. Время истекло. В плане. Ну и пускай. Мне-то нужна основная миссия, а не дополнительная. Ну. Интересно, как я должен вот эти вот уничтожить здания? А, вот как делаем. Навесиком, друзья мои. Навесиком надо просто бомбить. Ну... Отлично. Так, давай-ка мы, наверное... Слушай, если бы Грифон бы мог бы уничтожать замок, я бы, конечно, бы вызывал бы его. Но он этого делать не может. У него ничего не осталось. Он сейчас просто защищается волками и вот этой вот башней. Значит, он полностью наш. Значит, он, друзья, полностью наш. Давайте, в конце концов, наверное, будем его уничтожать. Давай вот так вот сделаем. Так, валуны полетят вот так примерно. Понеслась. Ну давай, где там камни? Друзья, все, победа. Ради такого стоит жить, это точно. Ух. Поехали. Так. Боец дня, камни у нас все хорошо. И мы с вами продолжаем, да? Подготовка к битве. Так. Ты не пройдешь. Воу. Тихо. Что там возле этого ущелья? Да подожди, что у вас так много-то? Мне нужно защищаться. Они что-то уже... Есть, хорошо, это хорошо, друзья мои. Давай валунами по ним. Что так далеко камера отодвинулась? Так в чем прикол, друзья? Вот мы их там... Разбомбили. У меня армия есть? Армия есть. Вызываем. Так, можем призвать духа хранителя. Он нам поможет. Всех. Всех под одну гребенку. У нас идет время наверху. Я так понимаю, мы должны что ли продержаться с вами это время? Здесь что? Непонятно. Ох ты. Огр появился, ты прикинь. Появился огр. Так, нам нужно его наказать.
Нам нужно его... А как ты его накажешь? Давай вот так вот валуны будем бросать в небо. Ну? Что, я не помню, что, валун не сбросил, что ли? Эй! Давай вот так вот сделаем. Пускай летит пока. Ну, где там камень? Бесполезно, ясно, я все понял. Смотри-ка, у него огр сильнее, чем мой... Это что за оборванцы тут еще? Смотри-ка. Стоят тут, любуются. Дай-ка яблочко. Погоди-ка, они что-то какие-то уж больно крепкие здесь. Это кто такой? Ах, вот, у него, смотри, какие псы. У него бронированные псы. Так, давай, голем, пошел. Ну-ка, я вот так вот сделаю защиту. Поможет мне это хоть как-нибудь. Ты смотри, у него и викинги уже бронированные. Вот так-то. Хорошо, друзья, давайте тогда бомбить. Так, этого волчару нужно уничтожить. Ну, крепкие юниты. Очень крепкие. И уровень, причем 7-й. Голем мой рассыпался. Так, сэр Гаррит, может быть, его вызвать? Минутка, минутка нам еще продержаться, друзья. Так, я его, наверное, захвачу себе. А почему? Эй! Сейчас, по-моему, мне замок мой уничтожат. Флаг утащат, да? Давай, 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 яблочки. У меня, короче, снесли ворота, друзья. Если они утащат флаг, я чувствую, мы с вами проиграем. Я этого не хочу себе позволить. Я не обязан погибнуть из-за того, чтобы флаг у меня стреляли. Так, это ж кто? Это кто такой? Это что за... Чувак такой, смотри. Блин, какой-то чувак. Это босс, что ли? Это босс, по ходу дела, друзья. И как вы прикажете с ним справиться? Сейчас флаг... Флаг уже понесли. Блин, ты трындец. Жесть. Ну-ка, сэр Гарри, давай. Ну. Вообще ничего не могу сделать. Просто забомбили, по-моему, и все, да? Как быть? Я его забрать не могу. Эй, друзья, как мне с этим вообще олухом драться? Я без понятия. Если только заниматься прокачкой... Победа. Можете ликовать. Дорога на север. Друзья мои, все-таки они не успели. Вот он. Это Овнорог. Оставайтесь здесь, я с ним разберусь. Ни за что, я с тобой. Не осталось, буду прикрывать спину. Кто бы сомневался. В атаку. Вау. Пещера сейчас обрушится. Нельзя здесь оставаться. Бежим. Ёлки-палки, мы чё? Где Овнорог? Сбежал. И оставил меня без армии. Оставил тебя без твоей армии. Ну что, насчет моей? О чем ты говоришь? О сопротивлении викингов. Я могу собрать для тебя армию викингов, которая сразится с Овнорогом и его грабителями. Что ж, хороший план. Собирай своих людей. Мы идем войной на Викингландию. Вау, прикольно. Так, получен бонус золота. Сокровище гор. Землетрясение закрыло вам дорогу назад, но зато вы нашли спрятанный в пещере древний клад. Плюс 10 тысяч к золоту. Открылись новые снаряды. Гарпун, Мьёльнир и металлолом. Кладовая, архитектор северян и тюрьма. То есть теперь мы играть будем за викингов, так? По-моему, да, друзья. Ну-ка. Посмотрим, если я не ошибаюсь, так и должно быть. Так, снаряжение и мой замок. Давай зайдем в снарягу для начала. Естественно, это все мы... Так, улучшить. И это я тоже должен забрать. Угу. Вот таким вот образом. Так, здесь ничего нового нету. Здесь пока тоже все закрыто.
Так, ускоряет производство еды и увеличивает ее максимальный запас. Так, это у нас тюрьма. А это архитектор северян. А почему я не могу тюрьму взять? Друзья мои, почему не могу? Видимо, нам нужно в замок зайти, да? А, нет, все, все, вот, активировалось. Все у нас активировалось. Получается, нам нужно с вами прокачиваться. Ну, естественно, улучшим гарпун для начала, потому что это наше основное, друзья, оружие. И без него нам делать нечего. Потом мьёльнир. Тоже, я так понимаю, это что-то наподобие камней, получается, да? Только у викингов. Давай улучшать. Слушай, а герой-то у меня остался? Героя пока нету никакого. Интересно. Так, давай, наверное, еще разочек улучшим. А, все, денег больше нету, друзья. Ну, поехали, посмотрим. Че там? Welcome to Vikinglandia. Вау, красивенько так смотрится. Ну и где же твои викинги? Должны были ждать меня тут. Ну, либо они устали ждать и разошлись, либо попали в плен во вражеском замке. Смотри, они пытаются сбежать. Тихонько. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, наверное, сейчас будет заваруха, да? Надо бы прикрыть их огнем. Только будь осторожнее. Мой народ не так легко относится к стрельбе по своим, как твой. Не так-то просто отличить одну башку в рогатом шлеме от другой. Но я постараюсь. Обычно у меня получается. Ага. Так, побег повстанцев. Проводите викингов-повстанцев. Проводите. Что? Не того убил? Расчистить путь. А, нет, все хорошо. Все отлично, друзья. Естественно, будем уничтожать. Так, не убивать союзников. А где союзники? А, вот они, союзники. Все, я понял. Их должны мы с вами защищать. Черт, дай-ка я подобью этого. Ать, нормуль. Так, и должны их защищать с вами, да? Миллионер у меня готов. Сейчас, если кто-нибудь побежит, я его попробую запустить. Твою же маковку. Эй! Ну-ка, если я металлолом брошу. Отлично работает. Теперь можно просто добивать их. Куда ты разогнался, олух? Надо миллионером ему. Опа! Довольно неплохо. Я даже сказал, очень хорошо. Ну куда ты? Смотри, как бегут, а? Неугомонный. Не дает им покоя, да? Что союзнички у меня идут. Так, хорошо, но это, по-моему, не все, друзья. Мы еще должны с вами... А, у нас вон время. 5 минут мы должны с вами прождать. Да ладно. Качал-качал этот... Ой, это волки, это же мои союзники, господи. Главное их не убить. По случайности. Да куда ты бежишь-то? Дай металлолом запульну. Ну, отлично. Уничтожаем, друзья мои, уничтожаем их всех. Чтобы было им пусто. Так, металлолом. Неплохо, да? Столько мусора. Ой, мусор-то вообще ерундовый, друзья мои. Твою же маковку, это же мой. Действительно, плохо отличить. Какой-то бежит такой, тринь-тринь-тринь. Ой, это тоже мой. Твою же... Надеюсь, не провалили мы с вами дополнительные задания пока еще. Готов. Давай, сматывайся. Ай-яй-яй. Давай. Ну. Подобьем мы его. Смотри, какой, а. Стреляем, стреляем. Хедшот. Миллионер запустим. Сколько там? Еще немного, друзья мои. Еще 4 минутки. Жесть, я вот так вот постреляю пока. Бесполезно, да? Мусор тоже бесполезен. То есть мы разрушать можем только миллионером. Ему... стены. И, как говорится, быть наготове. Вот их сколько много. Они первого уровня. Они, то есть, вообще салабончики, да? Этот рок прикольный, кстати, во многих, да? Фильмах, во многих играх вот этот рок у викингов присутствует. Ты не оборзел, не? Нормуль.
Так, сова вот эта летит, да? Ай-яй-яй. Вот попробуем бомбануть все-таки вот миллионером. Слабо. Слабо он бомбит. Но у него тоже первого уровня викинги, так что мы на равных. Давай-давай всех бомбим. А ну-ка, мусор. Мусор действительно вообще ни о чем. А если так? Слабоватая вот эта вот булавушка. Ну куда ты разогнался, а, родной? Ну, что вот тебе не терпится? Все его в бой да в бой. А что ты развернулся-то? Тихо, волчары. Волки, друзья мои, должен спасти их. Ну-ка, попробуем так вот сделать. Ну, отлично. Что ты там кричишь, девочка Фрея, а? Победа. У них не было ни одного шанса. Слушай, я же ничего не сделал такого. Я собрал бойцов сопротивления викингов, сэр. Ну, отлично. Нам придется штурмовать границу Викингландии. Сэр. Говори, девочка. Я хочу сражаться в этой войне. Это единственный способ отомстить за отца. Вряд ли я смогу тебя остановить, верно? Никто меня не остановит. Тогда наблюдай за мной и учись. Может быть, однажды и ты станешь великой воительницей. Ага. Сэр Гаррет, деловой парень. Так, открыт новый снаряд, друзья мои. Огненная бомба. Разрывается, нанося урон всем войскам и постройкам в радиусе поражения. Но это что-то типа нашего яблока, да? Открыты новые заклинания. Пурга, щит для снарядов и Фрея. Фрея — это новый герой. Так, открыты новые бойцы. Это лютоволк, берсерк и метатель молотов. Также бонусные карты. Это пивоварня, которая, я не знаю, что дает, и кабинет вербовщика. Довольно неплохо, не дурно, я вам скажу. Так, боец дня. В плане, волк у меня стал бойцом дня. Это что-то. Так, ну что, зайдем в наш замок и... это все стоит, я так понимаю, да? Нет, это ничего не стоит, друзья. Значит, нам надо... Ага. Хорошо, давай посмотрим. Так, нет, друзья, вот это у нас все установлено. Единственное, что надо будет прокачать уровень. Выбираем этот с вами замок. Вот так это все будет происходить. И в снарягу заходим. Естественно, я возьму эту бомбочку и улучшу ее. Да? Денег, правда, маловато, так что особо сильно тут не забалуешь. А вот эту магию, естественно, я всю забираю себе. Так, а что, тюрьма у нас... неактивно? Хм. В этом замке у нас нет тюрьмы, я так понимаю, да? Мы можем, конечно, ее сами поставить. Но этим, я думаю, займемся мы уже с вами в следующей серии, друзья. Так что, всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.